Сегодня мы плетем вот такую вот миленькую стрекозку. Нам для этого понадобится бисер двух цветов, две черные бисеринки и проволока, тонкая проволочка, сантиметров 30. Для начала пронизываем в проволочку одну бисеринку того цвета, которым будет у нас тельце. У меня это красные бисеры. Тело нашей стрекозки будет красным. Просто пронизать. Ой. На серединку вывести, на серединку проволоки эту бусинку нашу. Дальше по краям на два конца нашей проволоки. Сейчас я отрежу тут. Нанизаем черные две бисеринки большего размера. Это будут наши глазки. Это глазки. Так, сюда. Сюда. Не видно нифига. Вот. Тоже ведем к серединке. Вот так вот должно получиться. Дальше берем тоже бисеринки того цвета, которого будет у нас тело нашей бабочки, нашей стрекозки. Берем три штучки. Вот. Три бисеринки нанизываем на один. На один кончик проволоки. И тут же навстречу продеваем в эти же бисеринки навстречу проволочку, другой конец проволоки продеваем. Выводим его и тянем это все в разные стороны к нашей серединке, чтобы ничего не путалось, чтобы все было аккуратно. Затягиваем. Затянули. Уже получается такая вот голова нашей стрекозы. Вот такая вот голова стрекозки. Глазки. И пошло тельце. Опять нанизываем три бусиночки. Три бисеринки. И так в три ряда. Три ряда по три бисеринки. Так же самое навстречу выводим через них проволочку и опять затягиваем. И еще один ряд из трех бисеринок красных. Также все это затягиваем. К серединке. Теперь крылышки.
Крылышки делаем так. На одну сторону проволочки нанизываем, можно 30 бусинок, 30, наверное, все-таки для ровного счета. Раз, два, другого цвета уже бисеринки. Втянули и в первую бисеринку, которая у нас была самая первая розовая втянута, вот это вот самая первая около тела, мы в нее пронизываем нашу проволоку, вот в эту самую первую, вот таким вот образом пронизываем. И вытягиваем все это хорошо. Вот в эту первую проволочку и затягиваем в бисеринку эту проволочку, вытягиваем. Вот должно получиться вот так. Крылышко. Петелька такая должна получиться. Это наша первая крылышко. На второй, на другой конце проволочки делаем то же самое. Тоже 30 бисеринок, и также самое в первую мы протягиваем. Также теперь опять в первую розовую бисеринку от крылышка, которое мы втягиваем, проволочку и опять затягиваем вот такой вот узелок. Получаются вот такие вот крылья. Крылышки. Продолжаем плести тельце. Значит, у нас еще один ряд тела, только уже не три штуки, как у нас было до этого, а 4. Один ряд 4, следующий второй ряд будет из 5 красных бусинок. Поправляем красоту и плетем вторые крылышки, вот эти вот нижние. Тут нужно будет набрать чуть-чуть меньше. Тут у нас было 30 бисеринок, мы наберем на вторую пару крыльев по 20 бисеринок. Бисер мы заказываем в интернет-магазине, ссылочка будет ниже. Зайдите, посмотрите, очень интересный интернет-магазин. Нанизываем
20 бисеринок. То же самое проделываем с этим крылышком, что и до этого. Тоже в первую бисеринку от крылышка мы вдеваем нашу проволочку. Вдеваем проволочку и затягиваем петелечку. Крылышко должно получиться меньше немножко. Вот. Со вторым крылышком то же самое все. Тоже 20 бисериночек. Вот. 4 крылышки готовы. Крылышко. Крылья готовы. Теперь мы продолжаем плести тело. Опять набираем 5 красненьких бисеринок. И навстречу опять втягиваем проволочку. Затягиваем. Теперь мы идем на убывание. Теперь 4. Бусинки втягиваем. И все то же самое проделываем здесь. И теперь, чтобы до конца сделать наш хвостик, нужно по 2 бисеринки сделать, ну, на ваше усмотрение, 7-8 рядов по 2 бисеринки. Так же самое все это затягивать и так далее. По 2 бисеринки я буду делать 7 рядов. Сплела нашу стрекозку. Теперь закончить можно вот как. Проволочки наши просто втягиваем не в бисеринки, а вот здесь есть проволочки между бисеринками, которые их просто продеваем в обратную сторону. Один раз, как иголочку прошиваем. Еще раз между бисеринками, не в сами бисеринки, а между. Продеваем, как иголочку, как будто бы шьем. Еще разочек можно. Так. И второй конец точно так же прошиваем. Затягиваем, чтобы ничего не торчало. Можно 3 раза. Можно пройти до конца тела.
до крылышек. А можно и не проходить до конца. Я не буду проходить, и отрежем это все. Все, концы согнуть. Поправить все красиво, крылышки. И получилась вот такая красота, красивая стрекозка. Все, всем пока!